Второе собеседование после первого письма. Алло, Наташ, добрый день. Это Светлана. Удобно вам сейчас говорить? Да, да. Да. Наташ, ну как вам удалось посмотреть информацию? Да, посмотрела. Только я не пойму, как получать деньги и за что вообще. Все, поняла, поняла. Я вам на нашей первой встрече говорила, что это письмо, информация о том, в какой мы сфере работаем. Это сетевой маркетинг, чтобы вы получили представление, послушали квалифицированные ответы специалистов, экономистов, слушали, смотрели, да? Вы получили общее представление, Наташ, о том, о той сфере, в которой мы будем работать. А второй шаг, если вас там все устраивает и вам достаточно понятно, в какой сфере работаем, второй шаг, мы с вами проводим инструктаж через Skype, помните? Мне не надо ни видео ваше, нигде ничего, мне надо, чтобы вы увидели демонстрацию экрана, мы с вами связались, и я вам в течение минут 40-часа рассказала, что конкретно надо делать и на каком этапе, где вы получаете деньги. Вот, то есть дать представление. Вот, ну, скажите, меня обязательно слышать? Ну, я вам буду задавать вопросы, вам бы удобнее было отвечать, потому что будут разные там такие ситуации, ну, не ситуации, разная информация с цифрами. Мне важно, чтобы вы просто понимали, чтобы я не просто протарахтела как-то вам, да? Ага. А, потому что если вам что-то непонятно, мне лучше уточнить, еще раз дояснить. Вы поняли, Даша? Муж придет тогда с работы, он просто снял лазок этот, который... Ага, поняла. Да, поняла. Хорошо. Ага, и тогда мне вам самой, да, получается, да, позвонить? Да, наберите меня, мы с вами договоримся. Ага. Приблизительно в какое время, чтобы я сориентировалась, то у меня тоже планы здесь. Ой, он таксует, я даже не знаю, когда он приедет, и я сразу тогда... Хорошо, давайте я вы... Я могу, в принципе, через Skype, у вас же там есть записано, я видела. Да, 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 вы ко мне дружбу сбросьте в Skype. Да, да. Но вы мне все равно, Наташ, наберите на телефон, может, я выйду с дома, да, и мы с вами договоримся о времени, хорошо? Хорошо, хорошо. Все, договорились, все, Наташ, спасибо большое за ответ. До свидания. Все, до встречи, до свидания.